ГТО «Все возрасты покорны». В зале спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 собрались самые маленькие любители здорового образа жизни от 5 до 7 лет. Никаких спортивных рекордов от них не требуют, только выполнение нормативов по общей физической подготовке, соответственно, нежному возрасту. Сейчас трудно представить, только начались соревнования. Я думаю, что будет в сумме более 400 участников. Практически это город Иваново, 70% детских садов участвуют в этом. Соревнования для маленьких, а вот напряжение не детское. Воспитатели, они же тренеры, самые требовательные наставники. Подбадривают, скандируют речевки, иногда ругают. Кажется, что бросились бы на старт сами, настолько накаляется обстановка. У нас нет воспитателей по физической культуре. Воспитатели проводят все занятия физкультурные сами. Но, несмотря на это, у нас дети добиваются результатов. Дети очень любят заниматься спортом и занимаются с желанием. Поэтому у нас и заболеваемость в детском саду очень маленькая, низкая. ГТО для самых маленьких – это челночный бег, прыжки в длину, отжимания с колен и метание мяча. В состязаниях малышок важен командный результат. Личные успехи суммируются в общую оценку. Конечно, у маленьких участников никакого духа борьбы нет. Зато есть хорошее настроение. Ему позавидуют даже взрослые спортсмены. Нравится мне очень тот. Тут очень весело, тут очень спортивно. Мне нравится со своими друзьями заниматься. Чтобы быть сильным, крепким и здоровым. Для участников спартакиады навыки ГТО, то есть полноценного труда и тем более обороны, пригодятся очень нескоро, лет через 15. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.